Как помочь декабристу зацвести? Декабрист – цветок, который предпочитает цвести в холодное время года. Чтобы его цветение было пышным и ярким, готовить его нужно начинать уже осенью. Ведь именно осень – самый важный период в жизни декабриста. Он начинает готовиться к цветению. Сегодня я, как и обещала, расскажу, как это лучше сделать. Ставим его в прохладное место. Если у вас нет лоджии или веранды, поставьте горшок в самую прохладную комнату, поближе к окну. А вот света цветку должно быть достаточно, но и здесь есть один небольшой секрет. Декабрист нельзя держать в тени, но одновременно с этим необходимо сократить цветовой день, чтобы подтолкнуть цветок к закладыванию бутонов. Декабрист в природе – эпифитное растение. Лишняя влага губительна для его корней и принесет больше вреда, чем пользы. Поливаем один раз в две недели. Возможен полив и кусочком льда, положенным подальше от ствола. В то же время ему необходима повышенная влажность. Подойдет любой способ. Как повысить влажность, есть на моем канале. Уже в ноябре начинаем его подкармливать, тем самым готовя к цветению. Для цветения растениям всегда необходим фосфор и калий, без азота и органики. Можно, конечно, купить готовое удобрение, подойдет для цветущих растений, а можно использовать и народные. Особенно любит декабрист яблочный настой, да и древесная зола – одно из лучших удобрений для цветения декабриста. 2 столовые ложки размешиваем в 1 литре воды и настаиваем 3 часа. Вот и все. Только создав идеальные условия, вы поможете завязаться большому количеству бутонов и добьетесь максимального цветения. Удачи вам! Если у вас есть сад или огород, или вам просто нравятся комнатные растения, подписывайтесь на наш канал, и вы узнаете много нового и интересного.